Учись, родной мой, учись, Сёвка! Год осталось учиться во ВГИКе режиссеру картины «Рок». Студент с кинематографической фамилией Шахназаров за 30 минут экранного времени рассказывает почти детективную историю трех музыкантов. Игровых фильмов на фестивале большинство, настроение каждого разное. Улыбнуться заставит дело принципа. По сюжету горе-киллер никак не может расправиться со своей жертвой, гламурной блондинкой. Интересно, у меня друг занимается короткометражным кино, снимает. Вот я там помогаю ему по возможности, поэтому мне это близко и интересно. Людей этому учат, мы это делаем сами. Мы, тем более, студенты технического вуза. Угу. Вот, ну, я думаю, что у нас получается в какой-то мере. Это кадры уже документальной ленты «Опыт небесных светил» про самый большой в Европе телескоп, гору и людей, живущих у подножья. Любопытные приемы подмечают для себя студенты факультета кинофото-видеотворчества, а мечам документалистика ближе, хотя и к анимации иногда тянет. На фестивале присутствовал все 4 дня, фильмов видел много. Были фильмы, которые очень понравились, были, которые не очень понравились, самые разные. Впечатлений много. Из мультипликации темы разные, тем много. Есть серьезные, ну, темы, а есть совсем детские мультики. И была у него дочка принцесса, которая очень любила сладости. Но король запрещал кушать сладости. Все говорил: кариес, кариес. Среди 44 авторов конкурсных картин нет о мечей. Казалось бы, увы, но совсем не сетует по этому поводу главный киновед города Виктор Ставицкий. За наши таланты он спокоен. У мечей есть, во-первых, где самим кино учиться. На нашей кафедре кино, фото и видеотворчества в университете мы пытаемся заниматься этим уже 14-й год, так что наши выпускники идут в телевидение, идут в большое кино. Вот недавно была в Омске премьера Кати Телегина, она начинала у нас фильм «Ее привычка расставаться», комедия, вышла на большой экран. А мечи профестивалили 4 дня. Не только смотрели фильмы, но и выбирали лучший. Итоги голосования подведут в Москве. Победителю вручат приз зрительских симпатий. И, возможно, в недалеком будущем его фамилию напишут в титрах уже большого кино. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7.